Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. В первую очередь позвольте поблагодарить организаторов этой школы за приглашение, за возможность выступить, за возможность поделиться нашим опытом. И тема моего сегодняшнего сообщения – это комплексная эфирентная терапия осложненного острого повреждения почек у детей. Прежде всего хочу сказать, что я возглавляю Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа детской городской клинической больницы Святого Владимира. А нашему центру уже более 45 лет, а больница является одной из самых старых больниц и Москвы, и России. Наш центр занимается больными детьми с острой и хронической тяжелой почечной патологией. У нас есть реанимационное отделение на 12 коек, отделение интенсивной нефрологии и амбулаторный диализ. Не могу, конечно, не вспомнить нашего учителя, очень великого человека, Зверева Дмитрия Владимировича, который был основателем нашего центра и который является вообще основоположником детской заместительной почечной терапии в нашей стране. А это фотографии из архива нашего отделения, где он с одной из самых первых диализов, который проводил еще в 76 году. И вот как выглядела почка тех времен. Удивительная фотография. А я сегодня на истории одного ребенка, которому 1 год 9 месяцев, который в настоящее время лечится в нашем центре, расскажу о некоторых проблемах, которые, мне кажется, интересно для докторов будет. Это проблема острого повреждения почек и вопросов консервативной терапии, это вопросы заместительной почечной терапии и вопросы сорбционных методик современных. Вообще термин «острая почечная недостаточность» появился достаточно давно. Первые упоминания о неспособности выделения мочи еще описаны в 1802 году. А вообще сам термин «острая почечная недостаточность» ввел доктор Смит, который в 1951 году употребил его впервые в своем руководстве «Почка, строение и функция у здорового человека и при заболеваниях». Много было копий сломано по поводу определений, они были неспецифичны. И, наконец-то, вот в 2002 году на конференции Виченцо в Италии Ронко, Келлиум, Мета, ведущие специалисты по заместительной почечной терапии, впервые сформулировали так называемый критерий RIFL, и появился термин острого почечного повреждения или острого повреждения почек. Классификация, которая включала себя на основе критериев уровня креатинина и диуреза, 5 стадий, риск, injury, failure, loss и терминальная по этим буквам, она и получила свое название. Многие вопросы она не решила, поэтому пытались найти новые какие-то классификации и определения. В 2005 году группа Acute Kidney Injury Network в журнале Critical Care в 2007 году опубликовала свою классификацию и свое определение, которое звучало как резкое в течение 48 часов снижение функции почек, определяемое в настоящее время как абсолютное увеличение сырочного креатинина более чем на 26 микромоль на литр или в 1,5 раза от исходного уровня или снижение диуреза, то есть в течение 48 часов. И выделяли 3 стадии. Эти стадии по коже как классификации RIFL тоже определяли по уровню креатинина и диуреза. Все это делалось, естественно, для взрослых. И вот в 2012 году КИДИГА, группа по улучшению глобальных исходов почечных заболеваний, это такой независимый добровольный самоуправляемый фонд, сформулировал как острое повреждение почек повышение уровня креатинина на 26,5 микромоль на литр в течение 48 часов или повышение в 1,5 раза по сравнению с исходным уровнем в течение предшествующих 7 дней. Или снижение объема мочи менее чем 0,5 мл на килограмм в час за 6 часов.
Тоже выделялись три стадии в зависимости от уровня креатинина плазмы и объема мочи. Эти классификации были адаптированы и к детскому возрасту. И вот работа, которая сравнивала эти три определения, они все-таки имеют определенные отличия, и они продемонстрировали отличные друг от друга межстадийные различия. И каждый имеет свои преимущества и недостатки, но и каждый не идеально. И вывод этой работы был, что, конечно, необходимо все-таки принять единое универсальное определение острого почечного повреждения. Недавно появилось развитие этой терминологии, этого термина, этого определения, и появился такой термин, как острая болезнь почек, и континуум, который соединяет острое повреждение почек, острую болезнь почек и хроническую болезнь почек. Первоначальное повреждение может привести к стойкому повреждению, что в конечном итоге и приведет к хронической болезни почек. И само ОПП определяется как резкое снижение функций почек, которое происходит в течение 7 дней или менее. В то время как хроническая болезнь почек – это необратимое изменение почек более чем 90 дней. Так вот, острая болезнь почек – это та ситуация, которая между 7 и 90 днем определяет все события с пациентом. Что касается частоты острого повреждения почек у детей, то проведено несколько исследований. У взрослых их очень много глобальных исследований. У детей, конечно, значительно меньше. Вот это работа, которая в течение 3 месяцев 32 детских реанимационных отделения из разных стран мира, Азия, Австралия и Европа. Все поступавшие дети в реанимационное отделение оценивались на наличие острого повреждения почек. Интересно, что более чем 4500 пациентов и практически у 27% выявлено острое поражение, повреждение почек. Причем у половины из этих пациентов, почти у 12%, это тяжелые вторая и третья стадия острого повреждения почек. Очень похожее исследование проведено для отделений реанимации новорожденных. Также в течение 3 месяцев все дети, которые поступали в 24 отделения новорожденных, оценивались на наличие острого повреждения почек. Более 2000 пациентов неонатальных реанимаций и практически 30% пациентов страдали той или иной степенью острого повреждения почек. Интересно было оценить, насколько же часто встречается у некритических больных, да, в общей массе поступающих в стационар. Здесь данные очень сильно различаются. Вот одна из работ в большой педиатрический госпиталь. В течение 2 лет поступило практически 14 тысяч некритических пациентов. И оценивались при уровне креатинина больше, чем в 2 раза. И частота острого повреждения почек в 5% – это, в принципе, очень много. Наши китайские коллеги в свое время также опубликовали такое большое исследование, когда в 27 больниц все поступавшие дети – это почти, ну, чуть-чуть меньше 400 тысяч. И здесь это тоже не специализированные больницы, это не критические дети, это все дети. И острое повреждение почек встречалось значительно реже, менее 0,5%. Интересны результаты острого периода, да, что полное выздоровление только 60%, все остальные какие-то последствия оставались. Часть больных умерла, кто-то остался на терапии, кто-то сформировал хроническую болезнь почек. И вообще исход из острого повреждения почек – это большая проблема. Мало исследований же. Что же происходит с этими детьми потом, через много лет? И вот одна из работ
которая показывает, что дети, которые перенесли острые повреждения почек, в дальнейшем умирают чаще, чем в общей популяции дети. Да, и представляют из себя группу риска. Это дети, которых не было острого повреждения почек, а это которые перенесли. И, безусловно, дети, которые переносят острые повреждения почек, в дальнейшем требуют длительного и тщательного наблюдения. Каковы же принципы лечения острого повреждения почек? Конечно, в основе лежит патогенетическая терапия основного заболевания, то есть того заболевания, которое привело к самому повреждению почек. Дальше это исключение нефротоксических препаратов или подбор дозы в зависимости от функции почек. На это сделать надо особый акцент. Мы часто не можем что-то улучшить в почках, но как минимум мы не должны им вредить. И когда мы лечим, надо тщательно проанализировать всю терапию и по возможности убрать все нефротоксические препараты, а их очень много. Это я сделал таблицу, которая, конечно, включает не все, но смысл ее в том, что этих препаратов много и очень много механизмов воздействия на почки, которые могут повредить. Это как и прямое повреждение эпителия, повреждение сосудов, воздействие на сосуды с провоцированием констрикции или дилатации. Это стимулирование воспаления или прямое повреждение канальцев и так далее, и так далее. Интересная работа, которая показала так называемый тройной удар, при котором часто используемые препараты, диуретики, нестероидные противовоспалительные препараты, ингибиторы АПФ, это работа на взрослых, но и в детской практике их применяют нередко. Все вместе и каждый по отдельности препарат может усиливать повреждение почек и приводить к негативным эффектам. Поэтому назначать их нужно строго по назначению. Конечно, краеугольным камнем лечения больных с почечным повреждением – это контроль водного баланса и особенно ликвидация гипергидратации. На этом сделаю особый акцент, потому что это головная боль тех, кто занимается почечной патологией. Можно приводить очень много работ, но вот этот систематический обзор и мета-анализ, который относительно недавно опубликован, который на достаточно большом количестве работ оценивал ряд факторов. Это гипергидратация более 5% в первые 24 часа госпитализации, больше 10% при госпитализации варит, больше 10% при старте заместительной почечной терапии, при более 20% при старте заместительной почечной терапии. И все эти факторы показали негативный результат на прогноз пациентов. Поэтому перегрузка жидкости, конечно, оказывает сильное отрицательное влияние на исход. И авторы этой работы делают заключение, что, конечно, может существовать порог, за которым накопление жидкости становится бесполезным и откровенно вредным. Пытаются найти этот порог. Вот одна из работ, которая сравнивала 10, 20 и 30% гипергидратации. И показано, что все, что выше 10%, значительно ухудшает прогноз у пациентов. Еще одна интересная работа, которая сравнивала 5% гипергидратации, то есть менее 5, 5 и более 5 и более 10%. И вот было выделено именно 7% как та граница, при которой нежелательно допускать избыток жидкости. Потому что это напрямую связано со смертностью, вот мы видим, да, увеличением длительности ВЛ, продолжительности пребывания в реанимационном отделении. Поэтому вот 7% – это тот, вероятно, предполагаемый порог, при превышении которого необходима реализация мер, чтобы уменьшить гипергидратацию. Конечно, для почек
недопустима и гипогидратация. Это вот больные с ГУСом, с почечной недостаточностью, оценивались разные факторы влияния на почки, и только дегидратация показала фактор, который может повышать риск неполного восстановления функции почек у детей. Еще одна работа, которая показывает, что дегидратация к моменту поступления – это фактор, который повышает риск потребности в диализе у детей с острой почечной недостаточностью. Поэтому крайне важен постоянный контроль водного баланса. Конечно, в идеале, это очень непросто, но необходимо стараться достичь и поддерживать сухой вес. Для чего, конечно, нужно постоянно контролировать все факторы, которых связаны с жидкостью. Ну, как минимум, контроль веса, диуреза и артериального давления обязательно. Мы у себя в отделении один раз минимум взвешиваем, а то и чаще взвешиваем детей. Конечно, следующим фактором консервативной терапии это лечение всех осложнений острого повреждения почек. Электролитные расстройства. Конечно, гиперкалемия, как один из факторов, который часто встречается у больных с почечной недостаточностью и который может приводить к неблагоприятному исходу, требует тщательного наблюдения и проведения терапии. У нас есть ряд факторов: глюконат кальция, сода, глюкоза с инсулином. Но в условиях тяжелого острого повреждения почек гиперкалемия нередко является одним из факторов необходимости экстренного диализа. Натрий, диснатриемия, нередко гипонатриемия у больных с ОПН в результате потери натрия, избыточного использования фуросемида и инфузионной терапии с глюкозой, отеки, потери натрия с мочой, все это реально может приводить к гипонатриемии и требует коррекции и тщательного контроля за этим показателем. Кальций, магний, хлор, все это требует, безусловно, коррекции и наблюдения. Ацидоз, как медленный яд, как ситуация, при которой нарушается нормальное функционирование транспортных систем, ферментных систем, эффективное функционирование может многих медикаментов в условиях почечного повреждения требует коррекции. И нередко, когда мы не можем полностью скоррегировать, и ацидоз нарастает, это является показанием заместительной почечной терапии. Артериальная гипертензия, которая характерна для больных с почечной недостаточностью, требует очень тщательного контроля и соответствующего лечения. И вот при лечении на первом плане это опять же достижение сухого веса, а потом подбор антигипертензивной терапии. Ну и безусловно, не могу не сказать, что не надо при остром повреждении почек. К сожалению, от многих слышу, до сих пор применяются так называемые почечные дозы допамина. Да, конечно, была когда-то идея лет 20 назад, что это улучшает функцию почек, но многочисленные исследования показали, что он неэффективен. И это только дополнительный источник инфекции. Избыточное, необоснованное применение фуросемида. Фуросемид не лечит почки, фуросемид не предотвращает ОПН, не ускоряет, освобождение от диализа. Он может применяться только при избыточном количестве жидкости для борьбы с гипергидратацией. Но если ребенок даже гипергидратирован и нет ответа на фуросемид, не надо длительное время использовать этот препарат. Конечно, антибиотики. Сама почечная недостаточность не является показанием для антибактериальной терапии. Наличие инфекции, лихорадка, лейкоцитоз, маркеры воспаления, да, безусловно, нужно. Но если мы с этим справились, то от антибиотиков надо отказываться, даже если больной требует продолжения заместительной почечной терапии. Полипрагмазия – это особенная болевая точка, потому что неоднократно видим, когда больным с почечным повреждением получает
огромное количество необоснованных препаратов. Как они накапливаются, как они выводятся, как кумулируются, как взаимодействуют между собой с организмом, трудно предсказать. Поэтому надо избегать избыточного назначения препаратов. И, конечно, неконтролируемая инфузионная терапия – это головная боль, потому что инфузионная терапия при почечной недостаточности возможна только при наличии подтвержденной гиповолемии. Ну и, конечно, при неэффективности консервативной терапии, про которую рассказал, это вопрос заместительной почечной терапии. Ну и позвольте вернуться к нашему ребенку. Это ребенок 1 года 9 месяцев, в анамнезе которой особенностей никаких не имел, наследственность не отягощена, родители молодые, здоровые, первая беременность, первые роды. Родился на 36-й неделе с нормальным ростом, с весом 2600, рос и развивался нормально, у специалистов не наблюдался, постоянную терапию не принимал, привит по ВОЗу, по календарю. Наверное, единственным отягощающим фактором это то, что мама врач. И вот относительно недавно, 13 августа этого года, поднимается температура, жидкий стул, температуру пытаются снизить, учащение стула, появляется кровь в стуле, нарастание слабости, осмотрен педиатром, назначается амоксициллин, тентерфурил, смекта, но ситуация прогрессивно ухудшается, нарастает вялость, слабость, и по скорой помощи госпитализируется в инфекционное отделение по месту жительства, где назначается амикацин внутримышечно, смекта, регедрон, жаропонижающие препараты. Но в течение 2 дней ситуация принципиально не улучшается, присоединяется инфузионная терапия, ЦРУКАЛ. На следующий день отмечается уменьшение объема мочи, появление нарастания отеков и по лабораторным данным, как вы видите, нарастание гиперазотемии мочевины с креатинином, снижается гемоглобин с тромбоцитами и нарастают маркеры воспаления лейкоцитоз до 34 и ЦРБ до 67. На следующий день с диагнозом гемолитико-уремический синдром, вернее, даже ночь с 17-18, ребенок переводится в наш стационар. Несколько слов по поводу гемолитико-уремического синдрома. Это связано с тем, что это основная причина острой почечной недостаточности у детей до 5 лет. К сожалению, до настоящего времени остается реальная вероятность летального исхода. Это рост заболеваемости, ограниченные терапевтические возможности, отсутствие мер профилактики и высокая степень развития хронической патологии почек. А в основе и причиной развития этого заболевания являются особые бактерии, которые могут продуцировать шиготоксин. Это чаще всего эшерихия коли. И вот именно шиготоксин вызывает тромботическую микроангиопатию, то есть шиготоксин, проникая в организм, воздействует на эндотелиальную клетку самых маленьких сосудов, что приводит к отеку эндотелиальной клетки, отслойке, стимуляции тромбоза, активации тромбоцитов, и в этих сосудах образуются тромбы. Повреждается огромное количество тромбов, куда потребляются тромбоциты, у больных быстро развивается тромбоцитопения. Эритроциты, проходя через эти сосуды, они рушатся, ломаются с образованием обломков и появлением анемии. За счет нарушения кровообращения развивается ишемия органов и чаще всего мишень почки. Так и образуется анемия, тромбоцитопения, почечная недостаточность, которая является признаком ГУСа. Вообще эта бактерия живет, связана с коровой. Все, что связано с коровой, может вызывать заболевания у человека. И ГУСом болеют только люди. И в основном это дети. И вот после приема пищи, где есть продуцирующая шиготоксин бактерия, она проходит все защитные слои кишечника. Сама бактерия не попадает в кишечник. Шиготоксин проходит через
барьер кишечника, попадает циркуляцию, разносится по организму, где он в дальнейшем воздействует на сосуды клубочков, канальцев и вызывает острую почечную недостаточность. В клинической картине она типичная, развивается остро на 5-7 день кишечной инфекции. У большинства больных имеется гемоколит, быстрое развитие почечной недостаточности, нередко присоединение экстраанальных проявлений в виде поражения центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, нередко поджелудочной железы, вплоть до потери ее функции и развития сахарного диабета. Это острое заболевание, циклическое, оно не рецидивирует. И если больной пережил эту чудовищную ситуацию, то он больше второй раз не должен заболеть этой болезнью. И вот наш ребенок поступает к нам в стационар, состояние при поступлении тяжелое, сознание вялый, сонливый, негативный, очень выжжены периферические отеки, лихорадит до 38. По Глазго 15 баллов, неврологических нарушений на данный момент нет. Но отмечается тахипноя до практически 50 в минуту, тахикардия и артериальная гипертензия. Перистальтика очень вялая, стул с зеленью, с кровью. Мочи не было, поэтому уретральный катетер был удален. По СОФА, если посмотреть, у ребенка 7 баллов. И что отмечалось, вес ребенка 13 килограмм. Со слов родителей, сухой вес где-то от 11 до 12. Как минимум килограмм был лишний. При обследовании выявлены значительные лабораторные изменения, которые представлены на слайде. Низкий гемоглобин, тромбоциты, очень высокие лейкоциты, повышение азотемии, гипонатриемия, гипокальциемия, выраженные изменения декомпенсированного ацидоза с гипервентиляцией, гипопротонемия, высокие ферменты, в том числе ЛДГ, как маркер гемолиза, коагулопатия со снижением антитромбина Т3 и очень высокий дедимер, как свидетельство тромбоза, высокий ЦРБ, лактат нормальный, проба Кумса отрицательная. Проведено несколько исследований ребенку. По данным УЗИ, значительное увеличение размеров почек, выражено нарушение кровотока. Очень выраженные были изменения в кишечнике, диффузные изменения стенок кишечника, от толстого кишечника утолщение до сантиметра. Перистальтика практически не прослеживалась, определенные изменения паренхима поджелудочной железы, и что особенно обращало внимание себя, значительное количество свободного выпада в брюшной полости и плевральных полостях, до 4 сантиметров справа и слева. Умеренные изменения со стороны сердца, небольшая дилатация левого желудочка, тенденция к перегрузке, и признаки отека миокарда. Рентгенологически также двусторонний гидроторакс. Наличие почечной недостаточности, анурии, гемоглобина низкого, тромбоцитов низкого и гиперазотемии позволило нам поставить диагноз гемолитико-уремический синдром на фоне гастроэнтероколита, неуточненного гемоколита. И осложнение, острое повреждение почек, анурия, отечный синдром. Надо сказать, конечно, мы не получили конкретно у этого ребенка высев, но этот ребенок к нам попал из вспышки гемолитико-уремического синдрома в одном из городов Подмосковья, когда заболело в детском саду несколько детей кишечной инфекцией, выделенные эшерихии коли энтерогеморрагическая действительно. И 5 детей заболело гемолитико-уремическим синдромом и потребовали заместительной почечной терапии. Остальные выздоровели, и этот самый тяжелый, остальные уже выписаны. И когда такой ребенок поступает, всегда несколько вопросов. И первый, когда начинать заместительную почечную терапию? Второй, какой метод выбрать? А дальше уже частные вопросы, какой доступ, какие потоки, какая антикоагуляция и так далее.
Показанием к заместительной почечной терапии чаще всего является гипергидратация у детей. Конечно, и другие факторы, уремические токсины, электролиты, кислород, но, повторюсь, именно вода является тем фактором, который требует нередко экстренного диализа. Для определения возможности почки справиться с ситуацией еще, конечно, есть несколько способов, включая стресс-тест с фуросемидом, когда вводятся вот эти дозы мочегонного, и у взрослых в первые 2 часа граница 200 мл. Если больше, то можно еще продолжать консервативную терапию пытаться. Если меньше, то, понятно, канальцы уже не реагируют, и это показание для заместительной почечной терапии. Конечно, ориентируемся еще на данные УЗИ, доплера, кровотока. Конкретно у этого ребенка кровоток был очень плохой. И по кейдиговским рекомендациям заместительная почечная терапия должна быть начата немедленно, как только выявляются опасные для жизни нарушения водного и электролитного баланса. И ориентироваться мы должны не столько на мочевину креатинина, сколько на общеклиническую ситуацию и состояние ребенка. Факторы выбора метода заместительной почечной терапии. Конечно, возраст и размер ребенка. Чем меньше ребенок, тем труднее ему проводить экстракорпоральную терапию. Но бывают ситуации, и выраженность заболевания настолько большая, что мы вынуждены проводить экстракорпоральную терапию, а не перитониальный диализ. Геморрагический синдром накладывает некоторые ограничения, если есть выраженное кровотечение. Конечно, нежелательно использовать экстракорпоральную терапию с гепарином, и тогда это либо перитониальный диализ, либо цитратная антикоагуляция. Проблемы с сосудистым доступом у детей нередки, но, безусловно, доступность оборудования и преимущества и недостатки каждых методов. Попытаюсь рассказать коротко про все. Гемодиализ, интермитирующий диализ, прекрасный метод, который создавался специально для лечения больных в основном с хронической почечной недостаточностью, но еще относительно недавно, вот как выглядел диализатор, и понятно, что проводить ребенку диализ было невозможно. Это фотография из нашей в Москве, в Боткинской больнице, из музея, как выглядел первый аппарат. И вот объем заполнения более 1 литра. Понятно, что ни о каком диализе маленьким детям речи не шло. Ну, у интермитирующего гемодиализа действительно высокая эффективность, возможность регулировки диализата, возможность одноигольного диализа, отсутствие мобилизации, экономичность, но очень много недостатков именно с точки зрения острого диализа. Это проблемы сосудистого доступа, большой все-таки экстракорпоральный объем, который не позволяет маленьким детям проводить. Это синдром нарушенного равновесия, когда больной поступает гиперосмолярностью и за счет очень интенсивного диализа осмолярность снижается очень быстро, что не успевает уравновеситься в тканях, и вода поступает там туда, где больше, то есть в ткани, развивается отек мозга со всеми последствиями. Поэтому процедуры были относительно короткие, интермитирующие, и поэтому эпизоды гипотензии нередко встречались. Конечно, потребность системной антикоагуляции, вероятность тромбоза и тому подобное, все это требовало постоянного мониторинга и врачебного наблюдения. Многие проблемы решил перитониальный диализ. Это метод интракорпоральный, когда в брюшную полость вводится диализирующий раствор, который из окружающих тканей забирает все уремические токсины, нормализовывает электролиты, кислотно-щелочное равновесие. Этот раствор сливается, заливается новая порция, опять экспозиция 1-2 часа, этот раствор опять сливается. И так круглосуточно. И действительно, этот метод показал большое количество преимуществ в связи с отсутствием сложной аппаратуры, проводит сестра, это круглосуточная постоянная процедура, не надо сосудистого доступа, антикоагуляции, дополнительное питание за счет всасывания глюкозы и относительно низкая стоимость. Но в то же время есть ряд недостатков, связанных с низким клиренсом, не очень управляемостью, там нет ручек управления. И есть ряд категорий пациентов, которым проведение перитониального диализа просто невозможно, когда нет брюшной полости в результате операции, воспаления, либо многочисленных спаек.
Есть категории детей, которым вообще, вот одна из фотографий ребенка, который невозможно проводить ни интермитирующий гемодиализ, ни перитониальный диализ. Ну, наверное, если бы еще другого попытались бы перитониальный, ну, герметизировать такую брюшину крайне сложно. Еще один ребенок, который в 4 месяцах, когда он был 4 килограмма, в результате онкологии потерял одну почку на операции, она была удалена, и большая часть брюшной полости. Перитониальный диализ такому невозможно, у него нет брюшной полости, и только появление продленных методов заместительной почечной терапии позволило вот категории таких детей начать спасать. И, конечно, эти аппараты существуют последние 20 лет, все мы начинали с призмы, потом появились мультифильтраты, развитие идет, сейчас появляются новые аппараты в мире, специально для детей разработанные. Но хочу сказать, что вот этот аппарат, у него объем заполнения около 20 миллилитров, но, к сожалению, в России их еще нет. Преимуществ у них очень много, они представлены на слайде, да, это и постоянный контроль, малый экстракорпоральный контур, меньше требований к сосудистому доступу, отсутствие дезэквилибриума, но есть и ряд недостатков, сложная аппаратура, необходимость антикоагуляции, сосудистого доступа и так далее. И хочу сказать, что антикоагуляция – это, наверное, один из самых сложных вопросов. Идеального метода нет. Это интегральная таблица, которая показывает, что идеального метода нет, и надо пользоваться преимуществом каждого метода и стараться избегать недостатков. И такая ситуация в большинстве диализных центров. Это показано большие работы Европа, Франция, Северная Америка. И везде все три метода имеют право на жизнь, с той или иной частотой используются. По нашим данным, вот за 10 лет практически 500 детей, которым проводилась заместительная почечная терапия, 60% это продленные методы, 40% это перитониальный диализ, это как стартовые методы. Но четверть пациентов либо по экстренным показаниям в связи с развитием осложнений, либо плановый перевод на перитониальный диализ при длительной потребности. И суммарно перитониальный и продленный уже становились практически пополам и увеличилось количество интермитирующего гемодиализа. И вот для нашего ребенка перитониальный диализ был практически невозможен. Брюшная полость была задействована очень сильно. Интермитирующий гемодиализ ребенок очень маленький, поэтому был выбран продленный заместительной почечной терапии. И тут встает вопрос о антикоагуляции. Буквально несколько слайдов. Да? Она есть системная, региональная. Системная – это гепарин, низкомолекулярный гепарин, региональная – это чаще всего цитрат. Гепарин, протамин практически не используется, либо проведение без антикоагуляции. И всегда сложно выбрать, какая же лучше. Идеальный антикоагулянт не существует, который вот учитывает все вот эти реалии, то есть быстрые достижения, простота проведения, управляемость, простота контроля и регионарность, то есть чтобы он не воздействовал на организм. Чаще всего используется гепарин, но это варьирование между тромбозом и геморрагическим синдромом, потому что даже во время длительной процедуры коагуляция может меняться, тромбоциты снижаться, факторы свертывания снижаться. Гепарин абсолютно не всегда одинаков, поэтому это очень тщательный контроль и нередко либо нарастание геморрагического синдрома, либо тромбирование, вплоть до гепаринин-индуцированной тромбоцитопении, которой мы всегда очень боимся. Но уже давно доказано, что возможно использование цитрата, да, работа еще 1990 года, это когда цитрат связывается с кальцием и блокирует кальций, который является одним из факторов многих компонентов свертывающей системы, не образуется тромбин и достигается эффективная антикоагуляция. Вообще система достаточно проста, то есть надо вводить цитрат сразу в контур, что приводит к снижению кальция, использовать бескальциевый диализат, вводить кальций для того, чтобы не допускать гипокальцемии у пациента, потому что у него много кальция теряется и выводится при диализе. И контроль тщательный. И основные задачи – это низкий кальций в системе для того, чтобы не образовывалось тромбов, и нормальный кальций в крови.
И вот это буквально цитаты я взял из истории болезни, без всякого редактирования. Принимая во внимание выраженную гипергидратацию, гидроторакс, дыхательную недостаточность, декомпенсированный метаболический рецидоз, принято решение о необходимости проведения заместительной почечной терапии по экстренным показаниям. В связи с тем, что ребенка отмечается выраженный колит с гемоколитом, решено провести гемодиализ продленный с цитратно-кальциевым антикоагулянтом, катетеризирована бедная вена и иллюмная вена для доступа. Начата терапия цефепимом, коррекция альбумином и рецитарной взвесью. Вот это в динамике как выглядит. Ребенок поступил с такими анализами. Начата эта терапия. Относительно быстро уже к вечеру улучшаются показатели pH кислотно-щелочного равновесия, скоррегирован гемоглобин. К утру уже нормализовывается натрий, практически нормализовывается pH. Первая процедура была относительно короткая в связи с тем, что там какая-то пошли пузырьковость, возможно, связанная с дефектом системы, либо какой-то негерметичностью. Скоррегирована повторно РМАСа, анемия. И вот уже к вечеру дня ребенку нормальный гемоглобин, нормальный КЧС, нормальный лактат. И, в принципе, ничего не предвещало беды. Мало того, мы из него забрали практически 1,7 кг. У него купированы отеки, уменьшилась дыхательная недостаточность, жидкость плевральной полости ушла. Но буквально к вечеру 19-го отмечается ухудшение состояния в виде появления неврологии, загруженный сопор, судороги, высокая лихорадка, тахикардия и снижение артериального давления. Что потребовало назначения конвулекса, и к утру 20-го нарастание лейкоцитов до 52. Все, что связано с диализом, очень прилично, но маркер воспаления, нарастание ЦРБ, и я такого прокальцитонина не видел никогда. Я даже спрашивал в нашей лаборатории, это ошибка. Вы знаете, все другие больные, которым делали параллельно прокальцитонин, был нормальный. То есть мы столкнулись, и вот по Софи посчитали 15 баллов. То есть поступал 7 баллов, и тут 15 баллов. То есть мы столкнулись с ситуацией сепсиса. Да, все вы прекрасно знаете, что это такое. Это третье, сверху это сепсис 3 определение, второе это сепсис у взрослых определение, а снизу это федеральные клинические рекомендации сепсиса у детей. Для того, чтобы определять органную дисфункцию, рекомендуется педиатрическая шкала SOFA. Ее всегда можно найти в интернете, никаких проблем. И вообще сепсис – это огромная проблема. Да, вот и проведен систематический обзор практически за 40 лет. И вот все данные экстраполируя, заболеваемость сепсисом оценивается в 30 миллионов новорожденных и до 2 миллионов случаев у детей. Терапия сепсиса лежит на нескольких кровоугольных камнях. Первое – это санация очага, а вторая – антимикробная терапия. Это два, на что надо ориентироваться. Конечно, модуляция всех утраченных функций жизненных важных органов. Ну, наверное, все-таки два основных – это санация очага и антимикробная терапия. Что касается заместительной почечной терапии при сепсисе, это рекомендации у взрослых. Они рекомендуются по почечным показаниям использовать как продолжительную, так и интермитирующую терапию. И с этим, в принципе, все понятно и все аргументировано. Надо сказать, что дальше я перехожу к той части, которая касается наиболее сложных современных вопросов сорбционных методик. Еще в начале века Ронко выдвинул идею, что необходимо нивелировать выбросы вот этих провоспалительных цитокинов для того, чтобы уменьшить септические проявления. Использовалась и высокопоточная гемофильтрация. Ну, она не очень убедительно показала свою эффективность, наука развивается. И вот эта экстракорпоральная терапия, возможности, которые сейчас у нас есть, их очень большой
выбор. Все это описано в клинических рекомендациях у взрослых, это можно посмотреть. А что касается липополисахаридной сорбции, то в основе лежит то, что в стенке грамотрицательной бактерии есть липополисахарид, который запускает каскад изменений в клетке, который приводит к избыточному системному воспалительному ответу. И попытка убрать липополисахарид должна привести к уменьшению септических проявлений. Для этого создавались ряд колонок, началось все с тарамексина, потом ЛПС, я с ними работал когда-то, пробовал, по крайней мере. Для удаления цитокинов появился цитосорб. В последнее время появились наши произведенные колонки Эферон для удаления эндотоксина и цитокинов. Что касается вообще исследований этих методов при сепсисе, их очень много. Ефрат и тому подобное, много-много проведено. Можно много рассказывать, но я вот взял работу, которая опубликована и переведена на сайте сепсис-форума российского. Я здесь ничего не изменил, только внес на слайд. Смысл в том, что да, показана эффективность этих методов, но в настоящее время недостаточно пациентов для того, чтобы сделать убедительный вывод о пользе этой терапии. В связи с чем, конечно, призывают проводить клинические исследования. А во взрослых рекомендациях пока рассматривать возможность применения методов экстракорпоральной гемокоррекции крови у пациентов с сепсисом. И исследований надо проводить намного больше, и, к великому счастью, не только иностранцы, и наши начали проводить. Вот это одно исследование ЛАСО, которое проводилось у взрослых по первым буквам липосахаридной адсорбции сепсис септическим шоком. Взрослые несколько больниц. Это я не принимал участие, это спасибо коллегам. Я взял у них слайды Сергея Игоревича Рея, Владимира Викторовича Кулабухова. Оценивалась эффективность и безопасность использования сорбента эферон. Да, основная точка разрешения септического шока и длительность шока, и несколько вторичных точек. Критерии включения – это абдоминальный сепсис, ранний послеоперационный период и септический шок. Безопасность. Показал безопасность эта колонка. Небольшие изменения, да, в виде тромбоза одной колонки. Некоторое снижение тромбоцитов без клинически значимых. В одной пациентке развился делирий. И у одного пациента дислокация катетера. Первичная конечная точка, септический шок разрешается практически для 70% пациентов и для 45% в контрольной группе. Септический шок был значительно короче у больных с эфероном 57 против 101 часа. И вторичные точки, которые показали, что 14-дневная литральность в группе эферона 34 и в группе контроля 50. Длительность госпитализации была меньше, длительность нахождения в ОРИД была меньше, длительность ИВЛ меньше, и заместительная почечная терапия раньше разрешалась. И статистически значимые отличия по динамике СОФА и других показателей. Эти данные были опубликованы в журнале «Шок», да, это все достаточно серьезно, и приятно было увидеть эту публикацию. Что касается детей, то я вот в PubMed набирал «Sepsis Children Hemoperfusion», 15 результатов. «Extracarpal Blood Purification Children», 19 результатов. «Torrey Polymyxin Hemoperfusion Child», 8 результатов. Причем, поверьте, несколько там они пересекаются. Катастрофически малое количество. Именно поэтому невозможно никаких рекомендаций давать по использованию сорбционных методик. Мы понимаем, что они могут помочь, и они должны помогать, и они помогают, но невозможно включить их в рекомендации. Поэтому я рад, что появляется, и надо проводить больше детских обследований. Поэтому недавно началось ЛАСО-НЕО, то есть использование
Интерферона в педиатрической практике. Подобное взрослым, конечно, есть свои особенности, но самое главное особенность, что это маленькая колонна, которую можно проводить детям. Первичная задача – оценить эффективность у больных как с септическим шоком, так и без эффективности, без септического шока. И вторичные задачи – влияние на почечную недостаточность, дыхательную недостаточность, длительность нахождения и так далее, и так далее. И, безусловно, безопасность. Уже включено 11 пациентов, это вот данные, которые показали уменьшение органной дисфункции, улучшение индекса оксигенации, уменьшение маркеров, большинства маркеров воспаления. И эти первые данные уже опубликованы на Венской конференции, где тезисы наши опубликованы, тезисы этого исследования. Все это подвигло, естественно, на использование эфферентной терапии и у нашего ребенка. Вот в динамике, как это развивалось, буквально несколько дней. После подтверждения септического шока мы подключили продленную терапию с гемосорбцией. Безусловно, ребенок потребовал искусственной вентиляции с седацией, смены антибактериальной терапии меронем, линезонид, флузелоксазол. Вначале был добутамин в дозах, увеличивающихся от 5, 7,5, 10, 15. Подключен потом был норадреналин 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Потом адреналин 0,1, 0,2, 0,3. И вот на этом фоне мы начали гемосорбцию. Уже через 3 часа после старта гемосорбции началось снижение кардиотоников до вполне приличных цифр, и уже адреналин был к концу процедуры отменен, уменьшена доза норадреналина. И самое главное, обратите внимание, началось снижение, был очень высокий лактат, снижение лактата, снижение прокальцитонина. Всего мы провели две процедуры за двое суток, ну, одна 18, другая 12 часов. Уменьшилась интенсивность ИВЛ, она продолжалась 6 суток. Уже через трое суток мы ушли от норадреналина и еще через сутки от добутамина. И через 7 дней было абсолютно стабильное состояние ребенка. Он был экстубирован, снята седация, сняты все кардиотоники, и в плановом порядке уже проводилась заместительная почечная терапия. И вот эта терапия была мостом, которая позволила сохранить жизнь ребенку и продолжить терапию. Конечно, все у него не так просто, у этого пациента. Да? У него чудовищный кортикальный некроз сформировался. Ясно, что он будет требовать длительной заместительной почечной терапии. Если посмотрите, уже по данным, уже уменьшаются даже почки. Мы ему имплантировали перитониальный катетер буквально через 10 дней после поступления в абсолютно стабильном состоянии. Он требовал длительного паратерального питания, у него сформировались сгустки в желчном пузыре, но в конце концов он был переведен с мамой, сейчас он лежит с мамой, у него улучшается неврологическая картина, снижается, больше судороги не повторялись, снижается седация, и в настоящее время диализ продолжается, некоторое восстановление диуреза, правда, есть. И в качестве выводов, заканчиваю побыстрее, у меня практически не осталось время, необходимо контролировать водный баланс, это очень важно для больных с почечной недостаточностью, выделю даже это. Цитратная антикоагуляция должны уметь все. Экстракорпоральная гемокоррекция может применяться при лечении сепсиса у детей. Чаще всего используются диализно-конвекционные и сорбционные методики. Выбор метода зависит от особенностей и характеристик каждого метода. Необходимо продолжать дальнейшие исследования. Я всех призываю участвовать в этих исследованиях. И устройство Эфферон-Нео может применяться при лечении больных с сепсисом. Спасибо большое, коллеги, за внимание. Извините за пару минут, которые я задержал.
И на этом позвольте.